Прекрасно. А быстрее, быстрее, быстрее. Свежий воздух и теплая погода – отличные условия для проведения мероприятий. Не в первый раз Центр культуры проводит различные соревнования и мастер-классы для детей. Каждая занимательная суббота в поселке совхоза имени Ленина отличается от предыдущей. Каждую субботу мы проводим детские игровые программы, мастер-классы. Сегодня у нас аквагрим и небольшой маленький спектакль для самых маленьких. Аквагрим наносится на лицо при помощи специальных красок, которые не имеют в составе вредных компонентов. В таком случае можно не бояться за здоровье маленьких участников праздника. Желающих преобразиться было немало, а те, кто и так доволен своим видом, играли с аниматорами. Место проведения игровой программы было выбрано неспроста. В настоящее время здание Центра культуры огорожено, причины известны. Но организаторы считают, это вовсе не повод отказываться от праздника совсем. Ну а впереди еще не одна занимательная суббота. Виктория Кашиняну, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.